Впереди город. Ограничение 60.
Впереди город. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60. Отработаем действие в зоне ПВО. Впереди камера на 60.
Впереди город. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60.
Обгон запрещен. Ограничение 70. Ограничение 70. Впереди город. Ограничение 60. Ну вот и Саратов. Уехали. Ленинский район. Так, сначала вот сюда заедем. Топливо у меня еще полбака. Положение определено. Два часа до поезда. Два часа до поезда и
16 километров до места. Но еще помыть. 38 минут показывает. Что ж там за пробки такие? Впереди пост ДПС. Ограничение 40. Похоже, нас кто-то облучает. Впереди камера на 40. Так, в Саратове давненько я не был. Основан в 1590 году. Ограничение 40. Впереди камера. Ограничение 40. А, я понял. Так долго ехать, потому что ограничение здесь 40 везде. Через 600 метров круговое движение. Первый съезд.
Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Возможен затор в левой полосе. Ограничение 60. Что-то как-то уныло здесь, в Саратове. Может, я просто еще не доехал до интересного. Не знаю. Впереди камера. Ограничение 40. Ну, пока что-то как-то... Печально. Настроение. Осторожно, дети. Ограничение 60.
автомойка. Сейчас на... Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Что они все помыться решили? Вот, бесконтактная мойка самообслуживания. Неохота мне самому мыть. Чего вы, блин, в правом ряду едете? Впереди камера. Ограничение 60. Ограничение 40.
ограничение 40. Thank you.
поворотники, я смотрю, тут не включают. Впереди опасный перекресток. Ограничение 60. Улица Танкистов. Впереди опасный перекресток. Ограничение 60. Время 2 километра. Так, где автомойки? Цветы, детки, магнит, мегафон. Пум-пум-пум-пум-пум. Ограничение 40. Да будет свет. Через 600 метров поверните направо, во двор.
Так, где здесь? Где-то здесь должна быть автомойка. ЖД вокзал направо. ЖД вокзал. Сейчас поищу. Рассчитан оптимальный маршрут. Положение определено.
определено.
Алло, Надежда, все, я выехал с мойки, 3 минуты, навигатор показывает, и я на месте. Там есть какой-нибудь подъезд или ориентир, где мне остановиться лучше? Ну вот как во двор вы въезжаете после шлагбаума, вас пропустят, и вот направо поворачиваете, приезжаете до крайнего дома, там по правой стороне 2 дома. Ага. С правой стороны последний дом. Все, понял, хорошо. Сейчас буду. Вы там вот где-нибудь встанете, там, где светло, под фонарем. И так, ну, я тогда сейчас буду выходить. 2 минуты сказали, да, в навигатор? Да, 3 минуты. 3 показывает. Ну, хорошо, сейчас буду выходить. Все, хорошо. Ага, да, все. Ограничение 60. Задание выполнено. Встретимся на разборе полетов. Вы туда будете выезжать? Да. ЖД вокзал.